Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, давай-ка посмотрим ежедневки. Сыграйте 3 ягоды. Так, нанесите 30 единиц урона зомби-героям. И нанесите 20 единиц урона капитанам ночным колпаком. Ночным колпаком. Ну, наверное, мы как раз за колпак-то... О, а колпак уже тут как тут. Да, в прошлый раз у нас не получилось... игра за колпака. Все, наверное, помнят прекрасно ее. Да что ты будешь делать? Опять дают ржавый разряд. Вот именно против него почему-то никогда не клеится игра. Ну, как бы неплохо, ребят. В принципе-то. В принципе. Нам нужны только лишь вот эти вот грибы-одиночки, да? Чтобы выпадали нам, и все будет окей. Но опять же, если у него будет флакон... Кто там Арчибальдик? Арчибальдик. Есть ли смысл ставить? Вот в чем вопрос, ребята. У него может быть валун. Мы это прекрасно знаем. Блин, ну что ты будешь делать? Два ландшафта выпадает, а? Я против ландшафтов ничего абсолютно не имею, ребята, но... Когда мне нужны, блин, грибы... Ну или какая-нибудь там... Единица боевая за одну... Видишь, что вытворяет? Видишь, что вытворяет чепушила. Вот как мне его теперь пробить? Ума не приложу, но как-то надо. Так, поставить ландшафт. Он его наверняка заменит. Он наверняка его заменит. Давай проверим. Еще делает. Ну, этого говнюка можно убрать, в принципе. Что, наверное, скорее всего, нам и придется сделать. Нам... А этого потом мы можем рикошетом убрать. Логично, логично. Так, убрать рикошетом. Сейчас зависит от того, кого он... Я не знаю, ребята, кого он там ставит сейчас, в данный момент. Опа! Опачки, мишеньку поставил. Угу, а сюда кого? Вот он что делает. Так, ладно, усилить мы усилим его через этот. Мне больше сейчас интересует другой вопрос. Раз, два. Давай сюда. Так, я чувствую, ребята, у него флакон должен быть, да? У него, судя по всему, будет флакон. О, видишь, что творит. Короче, поехали. Сделаем так. Сделаем так. И сделаем вот так.
Поехали. Возможно, будет усилять его. Возможно, ребята. А, нет, берет одну энергию. Так, ну что, с этим распрощаемся. С этим тоже. Так, давай доборчики. Угу. Замечательно. Кукурузочка нам выпала. Что приятно радует. Котелочек. Ну, что он хочет? Он хочет, ребята, что-то... Я, кажется, догадался, что он хочет сделать. Если он хочет сейчас применить заклинание, я ему этого не позволю. Я ему этого не позволю. Так. Ага. Я надеюсь, защита у тебя не сработает, парень. Шикарно. А вот теперь срабатывает. 6 единиц здоровья. Ну, понятное дело, испугался сразу же. Сразу же 6 единиц здоровья ему надо восстановить в срочном порядке. Так, здесь мы ставим ландшафт плюс гриб. Ну и дальше пошла веселуха, да, получается. Ландшафт плюс гриб. И дальше пошла веселуха. Угу. Ландшафт плюс гриб. И дальше пошла веселуха. Ландшафт плюс... Подожди. Что, пока все, ребята? Ага. Сейчас пойду закле... А я, ребят, так и думал, что у него есть. Я так и думал. Хе-хе-хе. Ну что же, ему все равно крышка, наверное, да? Куда-то там перемещай сюда его. У нас есть кукуруза, об этом не забывай. Пау! На что он рассчитывает, я не знаю, ребята. Ну, посмотрим сейчас. Ну, давай, давай, ставь этого чудика. Да кого хочешь ставь сейчас? Мне как бы... Все. Ботанку свою взял. Хильнуться, ну конечно же, как же без хильнуться, ребят, ну. Как же без хильнуться. Ну давай смотреть. Какие у него там есть идеи. Ну кукурузу он может уничтожить. Есть у него возможность. Но это не точно. Арчибальдик, давай, не спи. Привет, Рэй. Привет, Диамид. А, сдался, сдался Арчибальдик. Ребята, сдался. Блин, а мне надо было... По-моему, нанести 20 единиц урона, да? Если я не ошибаюсь. Знаешь, в чем его ошибка? Ну, не его ошибка, это рандом, опять же. Если бы ботанки бы выпали бы в самом начале бы, поверь мне, расклад был совсем бы другой. Абсолютно. Тут просто ему не повезло с картами.
Воу, воу, мы сразу, блин, ягоды разыграли. А разве я 3 ягоды выкладывал? Ладно, 2 задания сделали. Так, нанесите 30 единиц урона зомби-героям. То есть мне нужно еще немножко нанести урона. И давай-ка мы попробуем нанести этот урон. Через кого? Через орех или через зубостезилу? Давай через зубостезилу. Давно, ребята, за нее не играл. Вообще за растения в последнее время редко играю. В основном предпочитаю сейчас играть за зомби. За бесенка и за... В основном только за бесенка, по-моему. Так, ну тут что-то как-то... Да ладно, ну что ты, ну родной, ну... Испугался, видимо, 17 уровень, испугался, наверное. Ладно, бывает такое. Я поначалу тоже, ребят, когда начинал играть, особенно... Я вообще боялся этой лиги. Потому что там меня наказывали жестко. Пока не начал потихоньку вникать в процесс. Ну, давай ставим так. Я, правда, не знаю, ребят. Первого хода нету, блин. Надеюсь, ты не на животных, парень, будешь играть. У него как раз вот за животных такая лютая комба. Мне дали этих двух. Вы, конечно, молодцы, вы красавцы. Сделаем так, чтобы он тут не набирал. Но если он сейчас Йети сюда позовет, а он может. Он сколько едет? Опа, сундук. О как. Давай так попробуем. Сейчас будет замораживать землю, скорее всего, ребят. Замораживать землю, либо ставить. Опа, он мне в ответку. Прикинь. Прикинь, что он мне в ответочку сделал. Ну, это, конечно, вы круто придумали, ребят. Да, на следующем ходу он вот этого сможет прокачать, но я ему, думаю, не дам. Повара эти бесёвые, а. Ага, Йети выполз. Вот что мне прикажешь сейчас ставить? Давай так вот сделаем. Надо прикрываться, ребята, хоть как-то. Неужели заморозка у него, а? Так, он же конфету там достал, да? Сейчас этому, скорее всего, прокачку сделает. Вообще, ни одного листочка мне не дали. Ну ты понял, про который я говорю тебе. Который за ноль. Просто ни одного. Смотри, что делает. Карту дает мне, да? В принципе, карта-то неплохая, ребят. Арбуз. Так, Нуся, привет. Ну что, ребят, здесь сделаем тогда так, наверное, скорее всего, придется сделать так. И... Ну вот так вот. Плюс дорожку. Давай сыграем. Не, Нусь, пока не буду. Ну неужели? Неужели выдали, блин? А вот это плохо. Долго же он ждал, видимо, да?
Ладно, если его уничтожать, так его надо уничтожать сразу же. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Фиг ее знает, что там у него на уме. Черт знает, что там у него на уме. Только не говори, что у тебя заморозка есть, парень. А вот это он, кстати, зря сделал. Угу. Этому не жить. Этому хорьку не жить, ребята. Так, здесь может быть защита, скорее всего. Поэтому сделаю вот так. А, нет. Прочерк и кровоженность. Окей. Все? Надеюсь, все на этом у тебя, парень? Заморозку делать. Да тратится ты хоть. Что ты этом выиграешь, я не знаю. Нет, только не говори, что сейчас у тебя заморозка еще будет. Блин, это будет плохо, ребят. Ага, вот так вот ты решил, да? Блин, ребят, у меня ландшафт сегодня выпадет или нет? Смотри, что он вытворяет. Давай, наверное... А, подожди. Ну, в принципе, да. Сделаю вот так вот. И вот так. А там посмотрим, что к чему и почему. Заморозок, конечно, он нахапал. Опа, уничтожает. Тем лучше для нас, наверное, да? Сейчас посмотрим, что нам здесь выпадет. Добор? Нет, ребят, не добор, к сожалению. К сожалению, не добор. Огурец. Так, интересный поединок. Погнали. Выбор невелик у нас. Так, защитничек, да? О-о-о! Какая печалька. Ну, просто, друзья мои, печалька. Ну и что? Этого уничтожаешь, да? Так, 5. Но этому крышка, наверное, в любом случае, мне кажется. Ну все. Блин, это уже в любом случае уничтожит, да, получается, ребят. В любом случае он его уничтожит, потому что урон он сделает, ему нанесет. Рикошет?
Он сделал рикошет. Оу, пробьет, пробьет вот здесь вот. Ну, арбуз его подобьет же, да? Он его сюда хочет поставить. Точно, друзья, он его хочет влепить сюда. Что он вытворяет, я не понял. Ну, кость. А сюда этого, да? 8 энергии ему хватит. Видишь, как он делает? Дай мне нормально расти. Не, ну что это ты дал мне? Блин, он будет прокачивать его. Он будет его прокачивать. А у него тоже, ребята, карта в ноль. Смотри, а. А у него заморозка будет, да? Ну, это понятное дело, не спасет ситуацию, ребята. У него заморозка на земле, наверное, всех растений. Ну, короче, победа тут у него. Опять же, я тебе скажу, что это... Откуда он его взял? Это, скорее всего, ему Йетти выгнал. Йетти, который... За 4 единицы он ему дал эту акулу. Если бы этой акулы бы не было, бы совсем по-другому все бы, ребята, здесь сыгралось. Ну что же, не всегда выигрывать, возможно, и не постоянно. Ну, что есть, то есть. И Женевки сыграли. Так, посмотрим, там что-то у нас с друзьями. О, как всегда, ребята, очень много народу. Очень много топчик. GG. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.